У нас ничего, ну, не зашло. Не получилось, не фартануло. А к успеху шли. Мы свиньи. Ты что, растягиваешь бабушек? Да. Реально? Реально. Так вы не понимаете, вы ничего не понимаете. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. Наконец-таки я с уверенностью могу сказать, что сегодняшнее видео это... Моменты жизни. Да, я понимаю, что уже наступил сентябрь, а видео выходит за июль, но мы помним, что актуальность и Дарья две вещи несовместимы. Во всяком случае, я же выложила видео, все хорошо, все нормально. Сегодня я тебе расскажу, как вообще я провела этот июль месяц. Он выдался относительно насыщенным, хотя я нахожусь в Челнах, и тут обычно вообще ничего не происходит. Но хоть я сейчас и нахожусь не в Питере, ты все равно знаешь, как дела обстоят у Саши, Маши и Юли. Поэтому им тоже будет слово в этом выпуске, но сейчас садись поудобнее, не бери что-нибудь похрумче, пожевать и погнали смотреть. Моменты жизни. Ребята, у меня для вас такие новости. Мало того, что я постриглась, приехала в Челны, я купила новую укулеле. Короче, зачем она мне нужна? Я приехала только с одним рюкзаком, без инструмента. Я не брала с собой инструмент, потому что за него надо будет платить. А там такая акция была, багаж стоит дороже, чем билет. Поэтому я чё, экономим? Я поэтому постригла, чтобы меньше воды и шампуня тратить. Я не придумала ничего интереснее и проще, чем взять и заказать ее с Озона или Wildberries, ну, короче, таких интернет-магазинов. И вот мне пришла вот такая вот укулеле, звучит полнейшие дрова по сравнению с моей флайтовской малышкой, то есть это каша какая-то из звуков, особенно вот на ЕМ. Вот на это чудо-инструмент я сняла полноценный анбоксинг, я надеюсь, он уже вышел, если вышел, обязательно посмотри, там есть что посмотреть, поверь мне. Короче, я пока Даша у себя там тусит в Челнах, я рассказываю, что происходит у нас тут. У нас пополнение. Саша не останавливается на своих рыбах, просто рыбах. Как бы напомню, что у нас был вот такой аквариум. Там рыбки плавали. И он вчера докупил еще аквариум. Он решил докупить и еще себе это какая-то вулканическая что-то, вообще ничего не поняла, он мне рассказывал, мне было неинтересно, я его не слушала. Короче, здесь у него будут жить креветки, я думаю, когда они уже нормально вырастут, их можно будет съесть. Ой, зацените мой маникюр Бича Макао. Теперь у нас два аквариума. Дашины хомяки живы, здоровы, все нормально с ними. Моменты жизни. Ангелюсик, быстренько рассказывай, почему ты опоздала на час, хотя ты живешь в соседнем доме? Потому что я не... Нет, во-первых, не буду врать. Закадровая музыка. Во-первых, я сначала пыталась сфоткаться, у меня ничего не получилось. Я была с другой прической, в другой одежде. Потом я решила, что я в этой одежде не пойду, потому что я майку испачкала помадой. Я вот переоделась, и я стала заново фоткаться, и то, что я вот так делала, волосы так всяко, они разлохматились, стали жирными, я начала собирать. Мне не получается, не получается. Я потеряла свою любимую невидимку. Потом быстренько в итоге собрала как чума. А ты не могла пораньше собираться? Могла. А почему не сделала? Я полтретьего начала. Ты слышала это, Карин? Да пошла она. Так вы не понимаете, вы ничего не понимаете. Фотку ты можешь показать? Нет, она мне некрасивая. Ну, давай мне покажешь. Не буду. Ну, давай. Да давай нет. Да давай, да. Да не буду. Только прошу подписаться. Стой. Вот прорекламируй. Ангелина ТВ. Там ничего интересного. У меня черновиков 402. Чего? Покажи реально. Ну погоди. Не уверена. Капец. Я удаляла еще, у меня было 700 с чем-то. Рассказывай, что делала? В смысле? В январе, блин, в январе. Карантин был, учеба. Что я делала? Карантин да учеба. Я вот закончила свою книгу, новую начала писать. Покажи. Кариночка, рассказывай, чем живешь, как Туся, как поживаешь вообще, ага. Туся, все хорошо, с ней созванивались вчера, как бы, ну, дела нормальные, у нее все хорошо продвигается. Что я хотела рассказать? Книгу, говоришь, написала. Ну, расскажи нам про эту книгу, чтобы люди могли прочитать, о чем она. Ну, давай. Ты не читаешь сейчас именно книгу, расскажи, сейчас о чем она. Я покажу ты же обложку. Писательница. Обложку. А у тебя обложка даже есть? Ёптай. Ну, я вообще-то ее выкладываю, алло. Алло, алло, Лейла. Так. Ага. Можете посмотреть отзывы, все люди просто в восторге, если там видно. Вкратце расскажи, о чем оно. Это фэнтези, про магическую академию, про студентов, про вообще этих существ и так далее. Ты так не улыбайся, вообще-то у меня первая часть, Милочка, так. Очень много собрала читателей, 5000. Оставь нам, пожалуйста, ссылку, чтобы люди прочитали, зашли. Я оставлю все обязательно. Вот у меня еще в сентябре выходит новиночка, но это другая, я пока не буду раскрывать тайны. Ну, подписывайтесь на мой аккаунт и посмотрите реально. Для начала мы хотим представиться, мы вокальный инструментальный ансамбль. Я Ангелина.
Я говорю, ты поешь. Мы вокально-инструментальный ансамбль «Вечерочек». Для вас мы хотим исполнить композицию «Антитела», там, де ми є. Це українська пісня. Я сподіваюся, що вам співати. 3, 4 і... Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Часом виє вітер і човень на воді. Ой, та є. Дашуля, информирую, мы решили спонтанно поехать на озеро на электричке, на «Ласточке». Купаться поехали. Сегодня мы сходили, проголосовали. Сейчас едем на речку Донецк. Мы приехали. Это Токсово. Вот такой вот Токсово. Мы сейчас идем по направлению вроде бы туда. Да, это вот у нас Токсово. Вот, мы сейчас идем в лес. Мы пришли. Ну, еще не туда, конечно. А вот, ну, красотень, конечно. Русь богата у нас на все. Вот, Саша, у нас туристика. Я поставила этому озеру. Забыла. 7 из 10. Да. Саша, сколько? 8. Я не вижу, я сливаю. Я 8,5 поставила. Вот такие вот оценки. Короче, Дашуль, если тебе так интересно, мы сейчас вот уже собрались ехать домой, покупать билеты обратно за 5 минут. Ну, как бы у нас уже все, поезд уехал. И мы не смогли купить, потому что у нас нет налички, а там принимают только по карте деревни. Вот мы сейчас в этой деревне, блядь, где-то ищем банкомат, чтобы снять. Джорджик, мой сладкий мальчик, как у тебя дела? Он что-то так изменился. А девочки? Давай девочек покажем. Где девочки у меня? Все, Джорджик, твое экранное время закончилось. Эфирное. Так. Девочки, уже стали, девчонки! Невероятно! Чё? Ну, я довольна, я счастлива. Итак, у нас продолжение непостоянной рубрики «Деревенский колхоз, колхозная деревня». На этот раз мы пошли с отцом. Газон, Костя, а давай я дойду, я белоручка, у меня белые носки. А что, это сложно делать? Я не убьюсь? Я да, давай, покажи. Что-то заигрался, я сказал, что покажет только мне. Ну ты смелее, что ты как это... Увереннее работай. Дальше, дальше, давай, дальше. Туда, да, туда дальше езжай, разворачивайся. Какое красивое поле теперь стало. Так, тут у девчонок вечернее собрание, собственно. Ага. Ну что, что хочешь сказать? Говори, давай. Лиза. А, прям так? Моменты жизни. А где снять-то? А как снять? Всем привет, это Юлин Бьюти-блог, Бьюти-блог. Даша попросила меня снять это видео, рассказать, что у нас новое тут происходит. Я вам решила показать, как не стоит делать, чтобы вы учились на чужих ошибках. Бима! Я решила покрасить свою толстовку. Сейчас я покажу примерно, какого цвета, вот такого цвета она была. Фуроцин, фуроцин, фуроцин. Короче, как зеленка, только розовая. Я ее, короче, красиво так сделала. Мне все понравилось. И я, когда ее постирала, как бы, чтобы окончательный результат увидеть, у меня вся толстовка покрасилась в очень красивый фиолетово непонятный какой-то цвет. И было очень красиво. Я думаю, добавлю еще белизны, чтобы выбелить как раз этот цвет. У меня было как бы 3 цвета красивых таких. И в итоге, что у нас получилось? И у нас получилось вот это. Вы посмотрите, это просто ржавая какая-то, но очень некрасивая штука. И я решила, что мне там не хватает цветов. Нужно ее как-то кастомизировать, нужно сделать цвета добавить какие-то красивые цветы. Там, я не знаю, что нарисовать, только я не знаю. Кофту эту носить я буду теперь только дома, это уже понятно. И поэтому просто добавлять все, что угодно. У меня есть несколько идей написать что-то на татарском. Потом мне очень нравится, я уже года 3, наверное, хочу себе вот написать на какой-нибудь вещи сосиски на английском. Я не знаю почему, я просто хочу сосиски написать. Пахнет, конечно, вообще. Короче, я наметила сосиски карандашом. И сейчас я хотела каким-то определенным цветом, но у нас их мало, поэтому, наверное, каждая буква будет по-разному. Ты сейчас, Даша, это чисто для тебя, мне кажется. Короче, ты не пропустишь эту свой блог. Ну, смотри. Соси. Соси. И. С.
сиськи. Ну смотри, ну гениально же, ну гениально просто. Примерно получается, я, конечно, не художник и не этот, а еще из-за того, что ткань мокрая, видимо, я очень куда-то тороплюсь, хотя не знаю куда, все расползается. Но как бы уже все равно, я же эту кофту буду носить дома. Короче, рассказываю, что получается. Получается все хорошо, но у нас не было зеленого цвета, а мне прям вот действительно тут не хватало зеленого цвета. Мы решили смешать синий и желтый. Ну, мне было очень жалко желтый, поэтому я смешала коричневый и немножко соскребла с желтого. И, короче, и реально зеленый цвет получился. Ну, короче, зеленый цвет, я думаю, пипец, мы, конечно, колористы, химики, физики. Вот что получилось. Буква О что-то вообще огромная. Ну и ладно, как бы. Я послушалась Марию Петру и решила все-таки обвести черным, выглядит намного лучше. Она, конечно, предлагала еще толще, но мы шули. Я переборщу, вон, смотри, букву О. Вот сейчас будем добавлять какие-нибудь рисуночки. А так, сосиски. Блин, сиськи. Сосиски, блин, я не знаю, мне сколько лет, блин. Поднимать-ка, привет, привет. Да ты чего? Ну, ты моя зайка. Ой, не знаю, что делать. Сегодня я остановлюсь на этом. Больше я не хочу, я устала. Я думала, это будет весело, а это вообще не весело. У меня болит поясница, спина, шея. И каждый раз, когда я разгибаюсь, у меня кружится голова. Еще и получилось как-то. Я не знаю. Короче, пожалуйста, напишите в комментариях, да, так говорят. Нравится вам или нет? Это ужасно. Открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. У тебя, так понимаю, тут три раздела, да? Вот, я как раз что хотела... Погоди. Вот у меня есть несколько вариантов, как сделать. Вот поэтому мне нужно с тобой посвящаться. Начнем с этого. Ты же читала, ты правильно? Ну да, я не прям вчитывалась, я поверхностно прочитала. То есть ты просто берешь в Word и выделяешь красным цветом или оранжевым. Одним цветом просто. Все, что надо написать мне от руки. То есть одна ставка такого шрифта на одной странице. А что делать по основному шрифту? Я разволновалась. Знаете, какие картинки ты хочешь видеть во всем этом прекрасном сборнике? Просто подумай, какие ты картинки бы хотела видеть. Звёздочки, луна, там, Пеппа, я понимаю, да, какие-нибудь флажочки. Да, сейчас ты меня сейчас вообще утопишь. Наташа, меня сейчас ты утопишь. Да? В общем, ребята, сейчас мы начали делать обалденную, просто невероятнейшую, бомбическую работу. Мы делаем сборник, у меня есть чудесная Наташа. Между прочим, давай лучше сама расскажи, как мы с тобой познакомились и как мы с тобой сотрудничаем. Я сидела, мне нужно играть на укулеле, потому что она у меня висит на стене. И я нашла на Ютубе девочку Дашу, и мне очень понравилось, как она объясняет, как для девочек играть на укулеле. И я поняла, что мне нужно на нее подписаться и написать ей, что она очень классная. А там мы нашли друг друга. И теперь мы мутим бизнес. Мы будем делать бизнес, будем делать бабки. Вот, мы будем делать прекрасный сборник, чтобы вы могли учиться играть на укулеле. Вот так вот, да. Очень сложно. Между прочим, Наташа мне уже делала вот этот вот баннер на канале, если кто до сих пор не смотрел, и вот эту вот аватарку, я просто вот тут вот показываю, ну как бы, видите, как все просто, как судьба сводит людей. Люди, которые нравятся, вдохновляют вас, пишите, может, вы даже начнете вместе с ними сотрудничать. Да, Наташа? Ой, не ложись, там насмерть. Кто из вас мурчит? Рассказывайте, как у вас дела, чем занимаетесь, что делаете? Ну чё, давай. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Чем занимаешься сейчас? Может, есть какие-то анонсы, там, съемки, пока не съёмки? Пока ничего. Кстати, да, кто из набережных Челнов? Я снимаю недорого. Вы можете себе позволить. Вы можете позволить себе видос в Инстаграм, в ТикТок, хоть куда. Вот эта вот мадам чудесно снимает, монтирует тоже она, монтирует по моему методу, чек-листы, гайды, все дела. Вот, в общем, вот эта вот мадам чудесная, вы обязательно ей напишите, тут написано «Твоя боль». Пишите ей, если хотите, какие-нибудь видосики. Моменты жизни. Короче, мы с Машулей, как истинные татарки, готовим тут, сидим с тобой. И Маша решила попробовать с кабачковой икрой намазать. Сейчас мы узнаем, как это. Я считаю, что это самая лучшая вообще идея. Да, вкуснее. Вкуснее? Сколько ставишь? 10, конечно.
бургеры. Так, да. Так что записывайте рецепт кабачковой икры. По акции. По акции покупайте кабачковую икру, картошку, жарите лук, ну, добавляете, делаете пюре. И тесто, ну, это как лепешку. Лепешку делаете, и все, и просто бомбезно. Побольше, да. Сейчас мы тоже оценим. Ты эти калории не считай, пожалуйста. Говорят, икра, а выглядит, как будто просто кабачки перемололи, и все. Это вообще... Короче, реально, рабочий лайфхак. Моменты жизни. Сегодня у нас суббота, а это значит, что это самое прекрасное время препровождения вместе с семьей. Но обычно что делают семьи? Ходят в парк гулять, на развлечения, парк развлечений. Что мы делаем? Мы едем покупать плитку. В наш любимый Мегастрой. Я на самом деле не очень сильно люблю Мегастрой, но наши ребята-строители обожают Мегастрой. Куда поедем? Рассказывайте давайте. Поедем покупать плитку. Плитку в гараж. Вы, получается, до этого уже смотрели ее, да? Нет, еще пока. Сегодня предстоит интересное времяпрепровождение с семьей. Что за 10.61? Ну, километраж тут 10.61. И вот он гонит, вот сейчас придет ему 72 километра дал. Смотри, запомни сегодняшнее число, 10. Как стукнет только аж как по голове, как будто кувалдой. Да ладно. Ну смотри-ка, не бережет тебя, да? Да. Ужас, ужас. Первое место вот это вот, керамическая плитка. Смотрите, какой тут могут вам предложить дизайн. 3D-дизайн, да? Не больно, да, такая? Ну что, тебе нравится хоть? Мне нравится. Да, нравится, хочу. Хорошо, да. Мы сами того не подозревая, собаки на Мегастрой мы не доехали. Серьезно, мы купили в первом попавшемся. Первом попавшемся месте. 23 упаковки плитки. Мне кажется, она немножко в шоке, да, это мадам? Сейчас подъезжаем на склад. Да? Нам сказали, что вся эта плитка сколько? 600 килограмм весит. Короче, да. Сейчас все это будут загружать. Я ожидала, на самом деле, чуть больше траты времени, что мы будем ругаться, говорить, как же так, тут выбора нет, оси-боси. И в итоге мы за сколько? За 7 минут выбрали и купили плитку. Я такой первый раз вижу. В общем, амулет-то пока... Так интересный вариант. Необычно. Ну, давай папе зафоткаем, покажем. Давай. Слушай, а ты уверена, что у них он вообще есть? Ну, если представлено на стеллаже, наверное, Он как-то стоит в сторонке. Что там с плиткой-то произошло? Быстренько расскажи. Оказалось, что этот стеллаж уже 4 года стоит у них. Так и я же говорю. И этой плитки в наличии нема. И не будет. А я обрадовалась, думаю, что-то новенькое, такое не видела никогда. Она уже отсутствует. Ну ладно, значит, будем смотреть еще что-нибудь. Короче, сейчас мы смотрим моменты жизни Дашиного. В общем, смотрим. Тут у нас момент с очень красивыми шторами. Просто! Тут что-то вообще в другую сторону пошло, в другую степь. Тут вообще просто ушло. Короче, Даша вас обманывает. Не верьте красивой картинке в интернете. Вот как все выглядит на самом деле. Мы свиньи. Привет, ребятня. У меня что ни день, то праздник. На этот раз меня Юля заразила тем, что она снимает на пленочный фотоаппарат. Я вспомнила, что у меня тоже есть фотоаппарат такой пленочный из детства. Я решила, почему бы мне тоже не попробовать поснимать на пленку. В этом есть какой-то шарм. Я понимаю, что сейчас очень много всяких приложений создано, имитация вот этой пленки. Но вот в этом весь кайф. Ты нафоткал, пошел, их все оцифровал, или как это называется, отсканировал. И такой смотришь, и в этом что-то есть. В этом есть атмосфера, поэтому я хочу попробовать тоже позаниматься ламографией. У меня вот такой вот пленочный Kodak Camera Focus Free. А если что, напишите, пожалуйста, может кто-то тоже снимает на пленку. Я писала в своем инстаграмчике, меня проконсультировали, как лучше что делать. Я купила пленку Fujifilm. Вот сейчас я посмотрела много видосов, как вставлять эту пленку. Честно, сыкую прям вообще атас, потому что пленка дорогая, руки-то кривые, и я очень сильно переживаю, что может что-то пойти не так. Мы ее поставим, и уже потом в моем инстаграмчике обязательно посмотрите, какие у меня фотки получились с этой пленкой. Сейчас так переживаю, вдруг что-то не получится. Так, потом что-то мы тянем, что-то мы вот так вот. Ну-ка. Так, вроде бы все сделала. Сделала ли я правильно, узнаю спустя 36 кадров. Моменты жизни. Всем привет! У нас сегодня такие планы на день, на апгрейд.
Я не знаю, помните ли не, или вы, или нет, Даша снимала в какие-то моменты жизни, как мы сажали цветы, растения, мы просто тогда были флористами. И, в общем, у нас ничего, ну, не взошло, не получилось, не фартануло. А к успеху шли. Сегодня мне в голову пришла офигенная идея. Я думаю, все, я такая декорирщица. Сейчас я покажу, что... А, ну да, расскажу сначала. У нас есть вот такие цветочки. Я их думаю сейчас посадить вот прямо вот сюда. Думаю, раз со стоящими не получилось, значит, ну хотя бы хоть что-то должно же быть. Короче, вот что у нас тут. Саш, на пихта растет. Ну как растет, выживает уже. Вот. А тут у нас сорняк вырос красивый. Сорняк я трогать не буду, пусть растет. Просто вон там у бабули одной очень красивые цветы растут. Я всегда ей завидовала, всегда хотела, как у нее. Тут самое главное, я считаю, красиво распределить. Но оно уже красиво распределено, я просто вот так вот впиндюрю, и все, и будет красотень вообще. А с далека-то там вообще на улице не видно будет шукаво, шупачум. Пропало, пропало. Один цветок пропал, упал. Все, исчез, не фартанул ему. Короче, вот так засадила. Пофиг вообще, как выглядит. Я думаю, я еще схожу на улицу с улицы, как выглядит, засниму. Мне кажется, вот вообще, вот смотрите, издалека. И не скажешь, что не настоящий, вообще красотень. Нет, ну вот это разве не красота? Ну вы посмотрите. Ой, что-то я завалила все. Ну вообще. В общем, мы с Кисой пришли на пляж. Тут, наверное, шумно, я не знаю, шумно ли, но тут очень... Тебя везде слышно. Спасибо. Тут очень вкусно пахнет речкой, тиной. Киса плавать не умеет. Расскажи что-нибудь, вообще, чем живешь, чем питаешься? Киса, у нас вегетарианка. Воздухом год. Питаюсь. Ну как живешь, как поживаешь, что ну? Я живу, она альбом хорошо, пишет, альбом у них новый пишу, проект. Да. Давай вот нормально, расскажи, пожалуйста. Слушаем. На меня заставляют. Громко. Мы тебя пиарим. Между прочим, в инстаграме в топлинке у меня прикреплена песня ваша. Такая. А что, у вас так много песен? Ну, может быть, ты про него на закат. Нет, не он на закат, это в прошлом, это уже отдельная тема. Сейчас ну, же, ну, давай, расскажи. Я вот Настя. Привет, мои зрители. Привет, мои зрители. Да, мы пишем сейчас с Альбиной альбом. У нас группа «Ведьма Лаура». Я похожа на Льва. Она ведьма, Альбина Лаура. Когда нам ждать? Ждать. Примерное время. Скажу просто ждать. Ты, примерное время сейчас, хорошо. Ребяточки, хорошо. Чтобы вы понимали, когда у Кисы была другая группа, называлась «Неоновый закат», они писали альбом год, реально год. Вот, когда нам примерно ждать, чтобы люди ждали и подписались на два аккаунта? В общем, ребята, это мадам с ангельским голосом, можете послушать ее треки, группу «Неоновый закат». Я, короче, все прикреплю группа ссылка. «Ведьма Лаура». И «Ведьма Лаура» с одним треком. Я прикреплю все ниже. Моменты жизни. Ребята, мы все-таки наконец-таки дошли добрались. До Леонардо. Она Леонардо. Рада. Посмотрите, на глаза горят. Ой. Она сегодня целую ночь не спала. Ночь за утро, не спала. За утро мечтала. Сказала раз 100 слово Леонардо. Да. Сейчас пойдем сначала вышивки посмотрим. Ну, конечно, мы вышивку пойдем посмотрим. Да. Вот красивая серия. На стороне на покупке, я чтоб корзину взяла. Ой, садовая вилка. А что это типа вот прям это... крутое, ой, крутая ой, штука это или это что? Это импортная, да, вот импортная. Это она. Ой, вот не это наша, да, что российская. Ой, посмотри, какие птички. Ой, это они сериями, видишь? Ой, какая красота. Мама, дыши. Ой, у меня аж это в глазах потемнело. Че, я забыла, что хотела. А, котята и книги, панна, пойду посмотрю. Растерялась немножко. Вот такой вышивала я, такой у меня есть. О, да, у тебя же такой есть. Что у тебя тут нет? Объясни мне, пожалуйста. Да ну, остального ничего нет у меня вот этого. Ребята, вы не поверите. Так, это я. Здравствуйте всем. Куда я пришла, кому в гости? Вот этой матурынке. Красиво, стань красивым, чтобы у тебя была как бы рекламка. В общем, мы пришли к нашей любимой Алиночке. Вы помните ее по старым видосам, есть еще «Моменты жизни» за январь. Теперь-то она у нас кто? Бизнес-вумен. У нее, вот, расскажи, что такое. Давай, быстренько, самореклама, давай. В общем, стадиум — это школа фитнеса и танцев. Самые невероятные занятия в твоей жизни пройдут именно здесь. Растяжка, фитнес-станции. Для детей, начиная от 3 лет, заканчивая 60 годами. И это тоже не факт, потому что занимается бабушкой, которая 69 и почти сидит на шпагате. Охренеть, я тоже. Ты что, растягиваешь бабушек? Да. Реально? Реально. Я же тебе приготовила подарок, правильно? Да. Да. Готова? Я просто боюсь, что ты достанешь мне сейчас какие-нибудь гантели просто. Нет, слушай, я хотела, но нет. Да? Да. Давай глаза закрой. Готова? Давай. Сейчас, секунду, я ребятам покажу. Ну все, готова, давай.
Держи, пожалуйста, на 2 литра. Эти самые лучшие подарки. Русский дар! Вот видите, на самом-то деле, я вот пришла в гости к Алине, и что? Я учусь снимать ее ТикТок, потому что ТикТок всему голова. Давай еще раз, покажи, как ты снимаешь. Шикарно. Не хрусти. Короче, ребята, тут что-то происходит. Мы пришли поесть в Маке, в торговый сходить, а тут какое-то возгорание, говорят, но не суть. Видимо, ЗОЖ нам говорит об одном. Тут есть интересные новости. Карина решила скачать ТикТок. Чтобы вы понимали, это первый человек и единственный на тот момент, который говорил: фу, ТикТок, как вы в нем сидите. Как что? А кто? Реально, ты единственный из моего окружения, который так говорил. Просто я слишком взрослая для этого. И чё ты будешь делать в этот раз? Я буду учить людей писать книги. Вот видите, настолько доросла девчонка. У меня опыт 7 лет, ребят, реально. Вот у меня все на своем опыте. Подписывайтесь, учитесь вместе со мной. Ну где там Ангелёсик? Реально, смотри. Реально, тут что-то вообще, конечно, вообще. Так, ребята, мы сейчас решили сходить в Бургер Кинг. Отойди, отойди, пожалуйста. Потом. Наташа. Сейчас сниму Бургер Кинг, потом ты. Точно снимешь? Да, да, да. В общем, мы сходили. У меня вообще-то украшение канала. Погоди. Мы решили сходить в Бургер Кинг. И тут тоже все закрыто. Я не знаю, почему так. Видимо, потому что я вот с ней пошла. Как мисс думаете? Удача, мисс красота. Мисс красота. Просто хорошая девушка. Ага, Карин. А? Моменты жизни. Итак, сейчас мы с вами будем делать следующий видос из ТикТок. Расскажи нормально, красиво, давай. Короче, мы сейчас будем делать радужное шампанское. Нам для этого нужен Skittles. Мне розовый. Да погоди, еще дальше. И шампанский, что делаем дальше? Ой, так по свету тебя. Смотрите, мы берем, допустим, бокал. Бокал. Блин, это с водой. Да давай, ну выпей. И можно, конечно. Берем, смотрите, берем один цвет. Угу. И в бокал. И суть того, что сейчас шампанское красится, да? Да. Ну вот этот, конечно... Ну и чё? Твой ТикТок не удался? Нет, в смысле? Все окрасилось, девчонки. Девочки, давайте, мы все гадаем на суженого ряженого. Значит, сегодня в программе определение первой буквы вашего суженого. Для этого вам понадобится левая рука, точнее большой пальчик. Сгибаем пальчик ногтем вниз. И вот здесь, получается, где много разных складочек, вы ищете букву. Какую вы букву видите, это будет первая буква вашей любви. Например, я увидела букву П и поняла, что ее моей любви это Пётр. Тихо-тихо-тихо. Я вижу букву Ю. Юрий. Тихо-тихо. Юлия. У тебя получается Ю и Н, у тебя и фамилия уже определена. Чё? На Ю, Н. Я реально Ю вижу. Ты вообще ясновидящий, Карина. Это Юрий Назаров. Юрий Назаров. Ищу. Мы сегодня с вами собрались на втором концерте, потому что вы очень сильно просили наш дуэт ансамбль сыграть вам еще один раз. И сегодня мы исполняем песню под названием «Злыва», то есть вроде как это ливень переводится или просто дождь. А мне кажется, это переводится злость. Нет, мне кажется, ливень. Мы с Ангелюсиком репетировали после первого нашего вступления. Я понимаю, что там были, ну, небольшие косяки. Там дымые. Чи заради цього так мезли всі? Є рука у моєї руці, є мета, щоб були разом руки ці. Моменти жизни. Сьогодні ко мені прийшла вот эта чудесная пупсичка, цыпленочек. Я ей... Да что ты так растерялась? И вот, в общем, я показываю свое барахло, говорю, бери чё. Ну, скакалка, наверное, не для меня, я не совсем спортсмен. Думаешь, не спорт? Я делюсь своим непосильно нажитым трудом. Деньги, пятнашки, очки, очечки какие модные, Винкс. Нет, очечки классные. Клёвые, да, я знаю. Я была самой модной. А чё они тебе не нужны, давай их заберу. Ну, забери. Я их раскрашу. Ну, раскрась. В общем, для чего мы сегодня собрались с Альбиночкой? Не только мы барахло перебрать. Перебрали неплохо. Мы повыли песенку, вот сейчас вам кусочек. Ты, мы с одной точки вместе, а потом... Да, все, понятно. Да. Ты мне точку дай, я... Окей. Три, четыре, и... Нет, куда так ушла? За вторым разом уйди, я останусь на месте. Хорошо. За вторым? Ты за первым не надо? Я не знаю, давай попробуем, хорошо, уже до этого получилось. Еще раз, три, четыре. Еще раз. Хорошо пошла, не уверена просто, я не уверена. Нет, я просто не уверена. Еще раз, пожалуйста, можно. Все, я сейчас. Это первый раз. Это всегда так страшно. Потом все идет хорошо. Хорошо? Хорошо. Надо. Точно надо. Прямо, чтобы я. Опа! Вот. No,
собачку есть. Мне тоже. Ну, сейчас не смешно, знаешь. Там вообще не смешно. Заведешь ко мне? Но у нас тоже есть одна псина. Ничем нам еще. Да у нас не одна, знаешь. Было 4. Ты себя тоже приписал? Ну, а нет. Приветики, пистолетики. Даша просит снимать. Я снимаю. Мы приехали опять на озеро в Токсово. Это 64 рубля. Короче, Саша говорит, дождя сегодня точно не будет. Дождя. Дождя не будет. Сейчас я загуглю. А он смотрел погоду в Москве. А, как бы, извините меня. Нет, в Токсово я смотрел с компата. Мы идем на то же место, где были. Это наше закарифаненное место. Мы будем загорать, купаться. Блин, мне не нравится. Просто городской человек. Посмотрите, кошенька увидел. Ты сама всё фоткала. Что хотела сказать, Саша же у нас аквариум купил себе. Он уже который раз говорит, может их себе забрать. Какой там туалет хороший. Вот это? Да, вот это Дашин вот дом. Вот это на мой, Машин дом. А нет, вот это мой. Вот Дашин дом был. Это, да, нет, Дашин, вот этот был. Ты сзади уверена? Пристрой, да. Ну, мы, короче, за нее решили, что это ее дом. Это Сашин дом. Нет, 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 Маш, дом. Мы с тобой ты соседки. С, Юлей вместе. А мы с Машей соседки, вон там вот следующее. Это Сашуля, а вот там Дашуля у нас живет. У нее зато два дома пристроились. Слушай, она кофе на друга смотрит. У нее прямо панорама. У нее, да, панорама. Я тут что-то очень громко говорю, чей дом, а хозяева слышат. Собачка, привет! Нет, ну ладно, хорошо, я поняла, спасибо. Мы решили пойти тут, где-то есть песчаный пляж. Мы тогда были вон там. Конечно, там пляж, а не вот так вот. Люди тогда же там были. И что, они, может, так спустились? Саша возникает, говорит, мне не нравится, не нравится. Не нравится, иди обратно. Почему вышли на песок? Но ты Саша заколебала. Все равно ночь, ты ему не нравится. Ну что, Саша, ты доволен? Нет. Ну, я тоже довольна, вот и все, мы с Машей молодцы. Короче, пришли, сели, уселись, вот прекрасно, все красиво. Вообще, природа, one love. Мы устроили себе пикник, сейчас будем хавать. Моменты жизни. Я пришла к Альбиночке порепетировать наш ковер и разбор на Ocean Ice. И, в общем, она, у нас чудо-ручка, мадам, конечно, делает вот такие вот обалденные рубашки. Это одна из многих. Многих. Немногих пока, немногих. И я стала первый раз в своей жизни моделью, ребята, да. Моделью. Вот тут вот фотки, если вы не подписаны на мой инстаграм и на инстаграм Альбин, по-любому их не видели. Поэтому мне приходится показывать вот здесь и сейчас вам. А я ведь просто пришла к ней поиграть на укулеле. Я просто, вот честно, честно, я вообще сегодня пришла к ней как бы по понторезе, что я умею играть на укулеле. На укулеле я умею играть, а вот тут все вышло, вот этот модный приговор. Если тебе понравился этот видос, то поставь свой лайк, напиши в комментариях, какой тебе момент больше всего понравился. Также все нужные ссылки есть в описании на книгу Карины и песенку «Послушать девчонок», там все будет. Если ты любитель вот такого формата, влогово-жизненный, вот такой, чтобы посидеть, посмотреть, то у меня есть на канале целый плейлист с моментами жизни, вот он сейчас появился, обязательно посмотри. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ставьте лайк. Хани!